Привет всем любителям детективов! Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Северная звезда». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Недавно стало известно о начале работы над сериалом «Северная звезда», который расскажет о судьбе майора полиции, по ошибке выстрелившего случайного прохожего. Главную роль в проекте получил Артем Ткаченко. Ведущую женскую партию довели звезде Красной Королеве Ксении Лукьянчиковой. Режиссером-постановщиком проекта выступил Денис Нейманд, снявший такие сериалы, как «Идеалист», «Трасса смерти», «Апперкот для Гитлера», «Город особого назначения», «Башня» и работавший над сценарием к фильму «В. Маяковский». По сюжету «Северной звезды» при задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин в исполнении Артема Ткаченко был вынужден применить табельное оружие. От выстрела пострадала случайная прохожая, ведущая городского телеканала Маргарита Сметанина. Ее сыграла Ксения Лукьянчикова. Ракитина уволили из полиции и возбудили против него уголовное дело. Сам Стас и все его друзья надеялись на то, что он получит условный срок. Неожиданно суд приговаривает главного героя к 4,5 годам колонии общего режима. Но во время этапирования в колонию для бывших сотрудников Ракитин с ужасом узнает, что кто-то поменял документы и теперь его везут в Северную звезду. Одну из самых страшных российских колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества. Там бывшему майору придется вспомнить все свои полицейские навыки, чтобы вычислить и обезвредить таинственного убийцу по кличке Дровосек. Съемки сериала «Северная звезда» уже стартовали. Они пройдут в Санкт-Петербурге и в Сибири. Последний находится в Псковской области и внесен в список исторических городов России. Помимо Артема Ткаченко и Ксении Лукьянчиковой в сериале задействованы Илья Шакунов, Александр Рыбков, Марина Митрофанова, Денис Тарков, Сергей Ярмолюк, Андрей Кравниченко и другие. Всего в проекте будет 8 серий. Отметим, на сегодняшний день Артем Ткаченко является одним из самых востребованных актеров российской киноиндустрии. В этом году заявлено уже 7 проектов с участием артиста. Самая ближайшая премьера – сериал «Экспроприатор», который стартует на Первом канале 5 августа. 22 августа на большие экраны выйдет российская фэнтези «Эбигейл».